Пешеходный переход вблизи автобусной остановки на улице Жаринова уже давно волнует жителей Подрезкова. Беспорядочно припаркованные автомобили мешали движению и общественного транспорта, и мамам с колясками, и людям с ограниченными возможностями здоровья. С этой проблемой жители обратились к общественникам. Откликнулись члены общественного совета «Химки. Интересно жить», которые обратились в администрацию с целью решить проблему. В итоге устанавливают столбики, ограничивающие парковку на пешеходном переходе. Хотим улучшить наш микрорайон, чтобы люди более трепетно относились к правильной парковке и к безопасности детей и жителей нашего микрорайона. Всего на этом переходе установили 4 антипарковочных столбика. В дальнейшем активисты планируют регулярно проводить обход территории и общаться с жителями с целью выявить особо проблемные места.